Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад на одну позицию, которую я назвала «Разбор доверия с философской точки зрения». Это новая рубрика по пятницам, где какие-то общие понятия абстрактные мне интересно рассмотреть с точки зрения Таро. Мы уже делали с вами расклад про эмоции, мы делали примерно аналогичный расклад на тему нашего нового времени, в котором мы живем. И вот сегодня пришла очередь доверия. Давайте мы сегодня разберемся, что же это такое. Вот. И, наверное, в общем, да, с точки зрения человечества, в чем польза, может быть, отсутствие этой пользы. Опять-таки, в больших масштабах мы это все будем рассматривать. И я так предполагаю, что в ближайшее время я сделаю опять-таки аналогичный расклад уже по позициям. Вот. И мы посмотрим вопрос доверия лично для вас. Да, общий расклад на три позиции. Прям вот, наверное, буквально через расклад я сделаю такой, да, и мы тогда вы смотрите, сможете, скорее всего, разобрать и себя, и понять, в чем причина, доверяете вы миру, вселенной, жизни или нет. Хотя мне кажется, что уже такие аналогичные расклады я делала. Посмотрите в плейлисте «Самопознание». Вот, а мы с вами приступаем. Я хочу поблагодарить за помощь Ольгу в создании этих вопросов. Я так подумала, что к следующему разу я, наверное, выложу пост в разделе сообщества и предложу вам, чтобы вы тоже смогли предложить какие-то свои вопросы, если вам тема будет интересна. Вот. А пока в этом раскладе мне помогла Ольга с созданием вопросов. Вопросов у нас будет 11. Вот. Смотреть мы будем на колоде «Небо и Земля». Я сформирую сейчас поле из 11 карт, где мы будем рассматривать с вами данную тему. Вообще, эта рубрика, пока я выкладываю карты, скажу, предназначена для тех людей, которые вообще любят, так же, как и я, размышлять не только о хлебе насущем, а о чем-то таком достаточно возвышенном. И не принимать на веру те понятия, которые уже существуют, а находить им какие-то свои объяснения, исходя из своего собственного опыта. Так, ну давайте посмотрим, значит, 2, 4, да? 2, 4, 6, 8, 10, даже 13 карт вытащила больше. Окей, трансформация, да, 13 аркан смерти. Ну что, приступим. Центральные карты. Что такое доверие? Что такое доверие? Аркан императрицы. Угу. Что такое доверие? Аркан императрицы у нас говорит за развитие, за расширение. Умение соединять две противоположные энергии. С точки зрения каббалы и древо жизни. Аркан императрицы – это путь, который соединяет две противоположные, если так можно сказать, силы. Сила принимающая и сила дающая – это хокма и бина. Бина – это женская сфера. Она у нас отвечает за формирование формы и за очень высокое такое понимание. Отвечая на вопрос «Кто я есть?», а вот хокма у нас отвечает за силу, без каких-либо форм, общая сила, та, на основе которой сформировалось все в нашей Вселенной. Сила – это дающая, а хокма, а бина – это принимающая сфера. И вот на соединение этих двух сфер как раз-таки этот путь, на котором расположен аркан императрицы. Аркан императрицы, он говорит нам как раз-таки об умении проживать материальный мир. Это сила, которая, как это,
определяется некой формой, да, то есть сила сама по себе, энергия сама по себе, она как будто бы, знаете, ни о чем. И только когда она приобретает какую-то некую такую форму, да, во что-то, тогда получается вот именно рождение, именно творение. Вот здесь вот, опять-таки, если мы рассматриваем, отвечая на вопрос, скорее всего, что такое доверие. Доверие, наверное, это умение проживать в нашем земном плане эти две силы, да, сила дающая и сила принимающая. То есть вот иначе мужская активная и женская более пассивная. То есть как раз-таки на соединение, на стыке этих двух идеальных противоположностей, то есть это не просто случайные какие-то силы противоположные, которые столкнулись, а это именно идеально подходящие. И вот тогда у нас при слиянии у нас появляется именно вот это вот рождение. Аркан императрицы у нас говорит за земные желания, за гармонию, за умение выражать красоту внутреннего состояния. Но это не возвышенный аркан, это аркан больше земной. Это за проявление заботы, материнства, некая дипломатия. Поэтому, отвечая на вопрос, что же такое доверие, это, скорее всего, умение взаимодействовать с двумя противоположными вот этими вот силами, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Это не значит, что если мы женщины, да, либо наоборот мужчины, мы должны быть только принимающими. Это просто означает то, что внутри нас мы так или иначе притягиваем что-то, либо отталкиваем, принимаем что-то, либо отдаем. Так вот, доверие — это и есть вот этот вот процесс. Доверие — это следствие процесса принятия и, наоборот, отдачи. Некого такого взаимообмена, взаимообмена неких таких энергий. Вот следствие этого процесса и является доверие. Давайте еще уточню, а что значит доверие, выпадает аркан Шут. Два великих аркана, очень важное такое понятие. Это умение, причем непосредственно аркан Шута, он и говорит о том, как он изображен, да, чисто символически, когда Шут смотрит наверх в небеса, когда он полностью доверяет тому, что происходит. А мы можем доверять тому, что происходит, только тогда, когда мы научились быть в состоянии принятия, быть в состоянии такого, знаете, некой нейтральной позиции, когда мы не оцениваем на что-то плохое либо что-то хорошее. Вот здесь вот аркан Шута, он говорит о расширении нашем сознании, об умении и понимать, что жизнь, она направлена на то, чтобы проживать любой опыт. Нету опыта менее значимого или нет. То есть вот понятие как раз-таки значимости и понятие разделения, да, на двойственную вот эту вот силу, именно разделение, это свойство нашего ума. А у Шута есть полное доверие, отсутствие страхов. Что значит страх? Страх – это значит сопротивление чему-либо. Так вот, у Шута есть как раз-таки в прямой позиции полное такое доверие, отсутствие страха. Я не боюсь ничего делать, я просто двигаюсь по жизни. Я знаю, что со мной все будет хорошо, и я в безопасности. Поэтому доверие – это также проявление некой такой защищенности, что ли, своего рода безопасности. Что еще является доверием? Рыцарь Пентаклей. Знаете, мне здесь приходит на ум слово терпение, но терпение не в контексте того ожидания, а в контексте именно благодетели, терпения, то есть
уметь правильно выжидать нужное время. Даже здесь, знаете, еще как идет, как работа, некая работа над собой. Это вот именно процесс, это то, что должно быть как некая такая рутина. То есть это доверие, это не то, что случается единожды, а это, скорее всего, еще, может быть, с точки зрения земного понимания, следствие какого-то процесса, когда мы вкладываем. Здесь вот как будто бы идет работа над собой, но это рутинная работа, то есть это каждодневная работа. Это вклад в себя с терпением и пониманием, что сейчас, может быть, я где-то еще чему-то сопротивляюсь, сейчас я не нахожусь в каком-то принятии. Почему? Потому что я еще чего-то боюсь, да, я еще чему-то сопротивляюсь. И вот мы начинаем над собой работать, мы начинаем это понимать, для чего? Для того, чтобы прийти как раз-таки к этому состоянию. То есть это не сразу, доверие, оно не сразу приходит. Это, еще раз скажу, это следствие понимания и осознания двух сил, на которых устроено все в нашем мире. Да, и это умение понимать, умение соприкасаться с этими силами, взаимодействовать с этими двумя силами, которые нас окружают. Хорошо, как возникает доверие? Туз кубков. Как возникает доверие? Кстати, туз кубков и есть аркан доверия, да? Из малых, из великих у нас как раз-таки говорит шут. А вот из малых у нас туз кубков. Как возникает доверие? Знаете, здесь хочется сказать, что это является каким-то источником чего-то такого достаточно возвышенного. То есть корни доверия, они где-то заложены очень глубоко внутри нас. И опять-таки, знаете, это не то, что, как бы так сказать, это не то, что нужно в себе раскрыть, это не раскрывается, а это вот над этим как будто бы нужно работать, потому что туз кубков – это источник чистоты. Если вы когда-нибудь сталкивались с символами и либо размышляли на тему символики Таро, так вот, один из символов туза кубков, да, это белый голубь, который держит в себе круг, и в нем есть крест. Так вот, если разбирать эти символы по отдельности, голубь – это ассоциация, даже не ассоциация, а олицетворение духа, да, белый голубь – это чистота, это чистота духа. И вот круг – это идеальная форма нашей Вселенной. Внутри нее есть крест. Крест всегда у нас изображался как символ материального мира проявления, да, то есть тела как такового. Так вот, здесь крест в округе, на этом аркане, да, в некой такой окружности, идет как понимание того, что вот именно чистый дух, он как будто бы, знаете, вот идет снисхождение, да, чего-то такого возвышенного именно в наш материальный мир. Снисхождение духа в тело, оно причем не просто духа какого-то там, а именно целостного, именно идеального. И поэтому как возникает доверие? Вот мне все-таки хочется, знаете, сказать, что вот как будто бы идет снисхождение, как будто бы вот это как некое такое озарение, как некий свет. Он... Знаете, это вот как некое воодушевление, что ли, как некий такой инсайт. Бывает такое, что вот ты смотришь на человека,
И у тебя где-то внутри твоя интуиция говорит, что нет, здесь есть какая-то опасность, да, этому человеку доверять нельзя. А вот когда наоборот ты доверяешь, да, у тебя приходит вот это вот внутреннее какое-то успокоение, но оно не просто так случается. Здесь ощущение того, что не мы его вызываем, да, а вот как будто бы оно снисходит откуда-то свыше. А оно спускается, оно проходит, как, я не знаю, как канал. Вот я ощущаю это, знаете, вот как будто бы снизошло что-то на меня. И вот внутри ты начинаешь ощущать это доверие, что да. Особенно, знаете, если вы сталкивались с такими моментами, когда, ну, вроде бы встречаешь человека, и все о нем отзываются, ну, не совсем лестно, но... В какой-то момент, когда у тебя какие-то трудные моменты, и он протягивает руку помощи, и ты находишься вот в каком-то недоумении, мозг начинает работать, да, то есть доверять этому человеку, не доверять, поверить, не поверить, и вот что-то неожиданно срабатывает, вот что-то щелкнет внутри нас, ты понимаешь, я рискну, я доверю, вот что-то внутри, и вот это вот что-то, это как будто бы, ну, оно появляется как-то вот случайно, мы не славливаем этот момент, да? Либо когда занимаетесь какими-то практиками и наполняешься вот внутренней красотой, то, что у нас было первично по императрице, да? Вот эта вот внутренняя красота, глядя на природу, глядя на этот материальный мир, и у тебя приходит вот это вот ощущение некой благости, что ли, ощущение благодарности тому, что ты живешь. И вот в этот момент, да, вместе вот с этими такими возвышенными ощущениями, ты понимаешь, что я живу в безопасности, этому миру можно доверять. То есть опять-таки вот у меня все-таки ощущение того, что доверие, оно возникает как некое такое снисхождение. От чего-то такого возвышенного, да, то есть это вот как некий такой канал, что ли. Опять-таки, мы вот этот вот путь не ощущаем, но оно как будто бы внутри, то есть мы как будто бы славливаем конечный момент, а вот именно момент снисхождения этого света внутрь нас, именно в область сердца, чуть выше солнечного сплетения, мы это не осознаем, мы просто... как-то вот осознаем конечный момент, то есть сознание того, что это доверие, оно уже есть внутри нас. Но мы никогда не задумывались, откуда оно проходит, откуда оно приходит, как оно возникает, как оно возникает. Король мечей. Это, знаете, ощущение того, что возникает, когда приходит вот именно то, что я говорила, да, про эти две силы, потому что, что они соединяются, это процесс именно соединения либо взаимодействия с этими силами через принятие. Так вот, смотрите, туз кубков — это больше про эмоции, это про очень глубокие состояния. Король мечей — это про разум, это про аналитику. Здесь получается как раз-таки вот этот вот мостик, да, когда и голова спокойна, и вот на душе, когда спокойно. То есть вот когда нету какого-то противоречия, да, когда не включается мыслительный процесс, когда нету вот этих вот сомнений, надо, не надо, а так или не так. Вот когда этого нету, когда все в гармонии, когда и сердце, и разум твой, он находится вот в каком-то балансе, да, в какой-то вот такой нейтральной точке уравновешивания вот этих вот двух сил. Интересно. Куда оно пропадает, это доверие, вообще, и почему? Колесо фортуны. Знаете, скорее всего, оно не пропадает, а это... Оно находится в постоянном каком-то движении. То есть это ощущение того, что это живой процесс, да, это не то, что что-то такое статичное, да, что вот оно у тебя есть, доверие, и оно будет навсегда. Нет, здесь как будто бы ощущение того, что все зависит от ситуации.
Причем к одному и тому же человеку, к одной и той же ситуации мы можем доверяться, а можем нет. Колесо, оно нам показывает как раз-таки движение, изменения, что все изменчиво, все циклично. Может присутствовать доверие, и одновременно может его и не существовать. То есть в каждом человеке мы можем ощущать, например, доверие миру, скорее всего, в тот момент, когда мы гармоничны, когда мы спокойны. И вот когда мы начинаем переживать, когда мы начинаем волноваться, когда в нас включаются очень яркие эмоции, когда в нас включается разум, вот мы как будто бы выходим из этой точки баланса, да, из момента равновесия. Тогда у нас пропадает доверие. Давайте еще раз посмотрим, почему. Да, вот девятка кубков. Девятка кубков у нас говорит об удовольствии именно для самого себя. Почему? Почему пропадает доверие? Я поняла. Когда мы начинаем циклиться на себе, знаете, когда вот происходит как раз-таки разделение, то есть когда мы находимся в балансе, когда мы находимся в единении. Единение – это значит, когда мы ощущаем внутри себя, что мы часть чего-то большего, да, то есть мы едины. Это как такой сакральный смысл граната. Гранате, согласно, опять-таки, Каббалы, говорится о том, что есть, по-моему, 600, не помню, сколько зерен, ну, больше 600, примерно столько заповедей, согласно Каббалы, да, то есть там не 10 заповедей, там намного больше. И вот смысл граната заключается в том, что все зернышки граната, они вроде бы независимые, да, они сами по себе, но их объединяет одна общая кожа, кожура, под которой они находятся. Так вот здесь сакральный смысл этого фрукта как раз и говорит о том, что мы одновременно сами по себе независимые, да, у каждого есть какой-то свой путь, у каждого есть какие-то свои смыслы, какие-то свои понятия, свои задачи и функции, но при этом одновременно мы являемся частью вот этого вот одного общего фрукта. Поэтому мы и объединены. Так вот, смысл, почему мы теряем доверие? Мы теряем доверие тогда, когда по девятке кубков, когда мы зацикливаемся на себе, когда мы хотим получать. Девятка кубков – это аркан, когда человек не готов вкладываться, когда человек не готов отдавать. Его главная задача – это получать для себя. Да? То есть он будет стараться всеми способами показать себя, привлечь к себе внимание не для того, чтобы взаимодействовать с другим человеком, а для того, чтобы получать, потому что это тот человек, который не умеет отдавать, тот человек, который не готов делиться, но при этом он с огромным удовольствием будет получать все те эмоции, которые ему кто-то будет дарить, да, ему кто-то будет давать. Поэтому причина заключается, почему мы теряем доверие, скорее всего, когда мы хотим только брать, когда как раз-таки мы нарушаем этот баланс. Когда мы только берем и только для себя, да, когда мы разделяем и выстраиваем вот эту вот границу между собой и миром, да, что мы не единое целое, я – это я, и я хочу это получить для себя, и при этом я не отдаю себе отчет в том, что тем самым я нарушаю баланс, я ухожу в одну сторону, да, я циклюсь на себе, то есть вот эта вот гранатинка, зернышко, оно циклится на себе, и оно забывает, что оно является частью фрукта. Оно не само по себе, оно не фрукт, оно лишь его часть. И почему пропадает доверие и куда пропадает? Выпадает тройка пентаклей, да, то, что я уточнила. Когда как раз-таки вот в тройке пентаклей есть вот этот вот смысл, да, когда три персонажа, поп, шут и мастер, непосредственно взаимодействуют, каждый приносит свой вклад –
Да, то есть шут, он рождает идеи строительства храма. Поп — это непосредственно тот, у которого есть знания, как должен быть выстроен храм, да, по каким канонам, по каким правилам. И мастер — это тот, который реализовывает, выполняет. Здесь ощущение вот этих, вот знаете, гармонии непосредственно трех миров. И опять-таки есть союз, и только вот сообща, да, втроем, все эти три архетипа, они могут что-то построить что-то новое. То есть доверие пропадает тогда, когда нету общности, да, когда каждый сам по себе, каждый думает сам за себя, и он не готов взаимодействовать с другими людьми. Когда значимость себя, она выше значимости других людей. Тогда проявляется эгоизм. Доверяют ли люди Вселенной? Ох, пятерка мечей. Здесь однозначно я сказать не могу, что да или нет. Почему? Потому что пятерка мечей — это все-таки такое очень болезненное эмоциональное состояние. Пятерки, согласно древу жизни, это уроки. Это уроки, которые мы проходим. И в данном случае мы проходим уроки по мечам. То есть по нашим мыслительным как раз-таки процессам. А ум всегда направлен на разделение. То есть его задача, его функция — организовывать какие-то вещи. Sorry, не вещи, а информацию, структурировать ее, да, как-то складывать какие-то ячеечки, да, какие-то кластеры, подразделения. То есть все должно быть четко, понятно, конкретно. Так вот, доверяют ли люди Вселенной? Здесь пятерка мечей, карта, которая называется «Победа любой ценой». Да? Когда я одержим, как раз вот при проявлении нашего эго. Но почему я сказала, что я не могу здесь ответить однозначно на этот вопрос, есть ли доверие или нет? Потому что, в принципе, я сейчас уточню, но у меня есть ощущение, что доверие есть. Оно отсутствует только тогда, когда появляются какие-то обиды. Вот пятерка мечей – это аркан, который говорит за агрессию, но эта агрессия, она не случайна, она появляется у человека по конкретной причине. В данном случае в пятерке мечей она появляется тогда, когда мне плохо, когда мне больно, когда я не ощущаю себя каким-то вот состоятельным, когда, опять-таки, мое же эго меня ранит, и я обижаюсь на кого-то. И если мне больно, пятерка мечей — это карта мести, может быть, это очень жесткая и жестокая карта, аркан. Он говорит о том, что когда мне бывает больно, я не могу видеть радость и счастье другого человека, потому что наш ум, он смотрит через призму того, что есть в его опыте, то, что есть в его знаниях, то, что та программа, которая заложена в нем. И если в человеке на данный момент в пятерке мечей присутствует программа боли, программа того, что мне плохо, меня ранили, меня предали, меня унизили, меня оскорбили, причем меня подразумевается наше эго, не человека, а нашего эго. И вот это вот уязвленное эго, оно не может заметить то, что на него не похоже. И поэтому любая радость, любое счастье, удовлетворение победой другого человека через призму пятерки мечей всегда будет раздражать, всегда будет бесить, всегда будет некое такое вот как раз-таки сопротивление. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы мы пришли к некой такой гармонии, чтобы мы пришли к некому такому балансу, потому что четверка, предыдущий аркан, да, четверка мечей, это у нас Хесед, и говорит за такую стабильность, да, когда человек вообще никак не действует, да, он устал бороться, он ушел отдыхать для того, чтобы восстановить свои силы, и он бездействует. И это как раз-таки одна крайность. И вот для того, чтобы вывести человека из этого состояния бездействия, в пятерках, пятерками –
Гиброй у нас управляет Марс. Марс должен очень активно, очень жестко себя повести для того, чтобы выровнять ситуацию. И поэтому из бездействия мы идем в противоположность, да, мы идем в агрессивность, мы начинаем гневаться, мы начинаем проявлять где-то в какие-то моменты даже вот злость по отношению к другому человеку. То есть мы идем в противоположную крайность. Не потому, что... только так мы можем эту ситуацию выровнять. А просто нам надо вытащить человека из состояния некой такой стабильности для того, чтобы он начал действовать. И мы уходим в крайность для того, чтобы вот как раз-таки в следующем аркане, если мы проходим урок, то есть в шестерке мечей, мы идем в гармонию, мы начинаем двигаться дальше. То есть мы выходим из своего застоя, да, своей какой-то стабильности в четверке, мы начинаем действовать, мы начинаем двигаться, но мы двигаемся очень жестоко и жестко, потому что справедливость, она всегда... это жесткая сила выравнивания, да, это очень холодная и жесткая сила. Поэтому доверяют ли люди Вселенной? Да, доверяют, но не тогда, когда они ранены, не тогда, когда у них есть претензии, не тогда, когда им больно. То есть здесь доверие, оно у нас какое-то вот выборочное, и мы это можем как раз-таки отслеживать тогда, когда нам хорошо. Мы забываем благодарить жизнь, Вселенную, с которой мы взаимодействуем. И только тогда, когда нам очень плохо, тогда, когда мы страдаем, тогда мы вспоминаем о том, что нужно помолиться, о том, что, может быть, где-то, знаете, в чем-то мы и неправы, и мы начинаем просить. То есть опять-таки мы берем, да, то есть мы забываем отдавать, и мы начинаем принимать и брать. Поэтому вот здесь вот однозначно сказать... сейчас отмечу вопросики, сори, а то я потом путаюсь. Доверяем ли мы Вселенной или нет? Здесь по настроению, я бы так сказала. Аркан умеренности, да. Вот как раз тогда, когда нас раскачивают на эмоциональных качелях, тогда люди не доверяют Вселенной. А когда мы находимся в гармонии, когда мы находимся в балансе, знаете, причем аркан умеренности – это золотая середина, согласно древу жизни. Это как раз-таки этот столб средний, да, который... на древе, который направлен на какой-то вот баланс, на гармонию, на умение управлять своими эмоциями. Умение управлять — это не значит, что вот мне плохо, я сейчас, мне будет хорошо, либо мне хорошо, я сделаю так, чтобы в этом хорошо было всегда. Нет. А это как раз-таки нахождение золотой середины, понимание, что вот сейчас я отклонился от баланса, и мне нужно вернуться. Да? То есть не тогда, когда меня раскачает на качелях до определенной крайности, потому что это крайность, чтобы она выровнялась, мы должны пойти в противоположность и постепенно снижать вот эту вот амплитуду раскачки на качелях. Только тогда мы приходим в баланс и равновесие. А наоборот, этот аркан говорит о том, что есть некий путь, и вот сейчас ты отклонился от середины ровно настолько, что тебе стало больно, и чтобы вот прийти к балансу, тебе также должно быть хорошо для того, чтобы ты поверил. Так вот, вот эта вот раскачка, да, она говорит о том, что Вселенной мы доверяем тогда, когда мы находимся вот именно в балансе, а в балансе мы находимся в какие моменты, да, по аркану умеренности, исцеления, кстати, этот аркан еще исцеления, когда мы входим вот в состояние момента здесь и сейчас. Для кого-то это может быть медитативное состояние, для кого-то это состояние молитвы. То есть вот когда мы находимся в благости, когда за все благодарим. А когда у нас такое приходит? Когда мы находимся в принятии, мы принимаем. Поэтому опять-таки подтверждение моих слов. Доверяют, это был вопрос, доверяют ли люди Вселенной? А доверяют ли люди сами себе? Десятка кубков. Вот, знаете, здесь присутствует некая такая иллюзия,
Сейчас я скажу, опять-таки, согласно древу жизни, десятка кубков – это завершение масти кубков. И она говорит, что после десятки всегда есть начало, всегда выпадает туз. Так вот, в чем здесь золотая клетка? Она говорит о том, что внутри я наполнен этими эмоциями, да, все мои кубки наполнены, все меня удовлетворяет. И в этом есть какая-то иллюзия того, что отсутствие некой такой духовности. Почему? Потому что вот при внешнем удовлетворении, да, дальше человек, он не знает, куда ему идти, да, он не понимает, какой путь ему выбрать. Вот здесь вот, знаете, это как желание, да, достичь какой-то вот идеальной формы, да, например, чтобы тело было спортивным, подтянутым. И вот когда ты это достигаешь, сам путь, да, он тебя мотивирует. А когда ты достигаешь, очень сложно удержать это. Потому что дальше я не понимаю, а что мне нужно делать. Да, мне надо какой-то период сохранять какую-то форму, чтобы заново не скатиться вниз. Но, окей, когда я достигну, а дальше что? Что я буду делать? Да, то есть вот это вот непонимание, а что будет дальше? И вот десятка кубков – это золотая клетка. Да, все есть. Да, есть еда, есть удовольствие, есть наслаждение. Ты все получил, твои кубки наполнены. Но это клетка. Это клетка. Почему? Потому что в этой клетке дальше некуда развиваться. Это конечная точка. И в десятке кубков отсутствует духовность. Да, почему? Потому что мы получили удовольствие, мы получили наслаждение, но у нас нету цели, у нас нету понимания того, к чему мы стремимся. Почему? Потому что кубки – это наше состояние, это желание, знаете, вот как-то вот получать удовольствие в нашем материальном мире. И нету там стремления к чему-то такому возвышенному. Вот за это возвышенное, за духовность у нас ответственны не кубки, у нас ответственны второе жезлы. Они говорят о развитии, да, они, жезлы нам показывают наши желания, наши амбиции, стремление к чему-то возвышенному, потому что жезлы – это огонь, а огонь – это самая наиближайшая стихия к духу, к эфиру. Поэтому, с одной стороны, если доверие людям к самим себе, да, тогда, когда мы наполнены, да, когда вот, знаете, когда достигли чего-то, мы люди себе говорим, что вот я молодец, да, я доверяю. Почему? Потому что я расслаблен, я уже получил какой-то успех, у меня есть успех, и я могу довериться. Но опять этот успех, он согласно каким-то атрибутам материальным. Здесь нету стремления к познанию себя. Здесь нету стремления к чему-то такому возвышенному. Поэтому мы, люди, доверяем себе только тогда, когда мы получаем удовлетворение. А когда мы не удовлетворены, у нас доверие к самим себе, да? У нас доверие к самому себе отсутствует. Когда нет, вот мне успех идет здесь, когда я не воспринимаю результат своего успеха через какие-то атрибуты, я не удовлетворен, и я не доверяю себе. Хорошо, следующий вопрос. На чем основывается человеческое доверие к миру, людям, к себе? Основа доверия. На взаимности. Двойка кубков, краски, аркан любви, аркан гармонии. На чем основывается человеческое доверие? Угу, на взаимности. То есть, знаете, вот если есть взаимность, да, если ты ко мне хорошо, и я к тебе хорошо, а если ты ко мне плохо, то я тебе не доверяю. Серьезно. Хорошо, к миру, людям, к себе, да, туз пентаклей, когда есть какой-то шанс, да, вот карты показывают о том, что, знаете, вот есть какая-то наигранность, да, нету, то ли нету истинного понимания, что такое доверие, да, то ли здесь вот как будто бы туз пентаклей, он говорит,
о земных каких-то благах, да, о материи. То есть когда я имею какую-то выгоду от себя, я буду тебе доверять. Вот здесь вот какая-то вот меркантильность проскальзывает, да. Нету искренности, есть что-то такое искусственное. На чем я... Вот опять аркан справедливости, он нам и говорит о том, что, знаете, вот что заслужили, да, то и получили. Вот здесь нету постоянной какой-то константы, да, а здесь есть вот это вот то, что у нас было по колесу фортуны, здесь все изменчиво так. То есть мое доверие — это только тогда, когда кто-то мне доверяет. То есть просто так кому-то довериться, либо Вселенной довериться, либо людям довериться. Нет, только тогда, когда я, знаете, вот почувствую какую-то вот безопасность, когда я почувствую под уже пентакли, когда я буду находиться в какой-то гармонии, либо когда присутствует какая-то взаимность. Либо выгода, либо взаимность. На этом основывается. Можно ли научиться доверять вообще, если доверия нет? То есть можно ли этому научиться? Ой, десятка мечей. Можно ли научиться? Знаете, можно. Но здесь придется пройти очень большой путь, потому что 10 мечей. Каждый меч – это определенная установка. Умозаключение каждого человека. Вот если мы откажемся от каких-то своих догм, каких-то своих умозаключений, в соответствии с которыми мы живем, то да, велика вероятность, что да, потому что это все-таки десятка, это завершение, начало чего-то другого. Плюс ко всему, момент научения у нас связан с мечами. Поэтому... с мыслями. Здесь загвоздка вся в нашем уме. Можно ли научиться? Да, можно. Но для этого нам надо будет как-то, знаете, вот как будто бы нужно убить себя. Нужно убить себя, вот, знаете, вот убить наше эго. То, которое базируется на каких-то вот мыслительных процессах, да, на то, во что... В чем мы убеждены? Здесь причина этому убеждения. Знаете, можно ли научиться? Можно научиться, но четверка кубка все-таки говорит о том, что у меня нет желания этого. То есть здесь должно быть какое-то желание, какое-то стремление познать это. Да? Вот что это, что такое доверие, как научиться? А здесь опять-таки кубки, эмоциональность и такая, знаете, вот такое вот апатическое желание, состояние, когда, ну зачем оно мне нужно? Ну мне и так хорошо, да. То есть я уже пробовал, меня это не привело ни к чему хорошему, и я лучше проще откажусь, потому что вот этот вот кубок, который у нас был здесь, да, три кубка внизу и один, который предлагает нам рука. Это вот божественная рука в тузе кубков. И человек не готов это принять. Он не хочет это познавать, потому что ему кажется, что я и так много чего пробовал. Понимаете? Можно ли научиться? Здесь нежелание человека. При желании можно, но надо очень много вкладывать, надо себя изменять, надо понимать свои какие-то сценарии. Здесь нужно прикладывать усилия. Помните, мы говорили здесь по рыцарю Пентаклей, это каждодневный труд, да, это понемножку, шаг за шагом идти к этому состоянию, это работа над собой. То есть просто так довериться можно, но научиться, но здесь нету желания этого. Какую роль доверие играет в жизни людей? Оно дает какую-то стабильность по четверке Пентаклей. Дает комфорт, дает удобство. Но здесь, понимаете, здесь как будто бы нету какого-то развития.
Да, потому что все-таки земля, пендакли, это что-то такое статичное, что-то твердое. И четверка сама по себе, как цифра, говорит о статичности, о постоянстве. Здесь нету развития, здесь нету желания двигаться дальше. Знаете, вот когда, скорее всего, когда у человека есть какое-то доверие, я поняла, человек перестает как-то работать над собой, он перестает что-то делать. Ну вот представьте, да, когда, допустим, у человека есть понимание, что ты можешь получить абсолютно все, что ты хочешь, тебе достаточно этого захотеть. И если человек в это поверит, да, и он попробует раз, у него получился, второй, у него получился, тогда в третий, если мы не проработаем наше эго, то, что вот здесь я говорила по десятке мечей, что получается? Человек очень быстро привыкает к хорошему, и он перестает развиваться. Он говорит себе, зачем я буду что-то делать, когда я пожелаю, и мне это дадут. То есть здесь уже вот эта вот меркантильность, о которой мы говорили, она начинает включаться. Поэтому какую роль? Роль того, что он, знаете, вот доверие, оно придает какой-то вот комфорт и одновременно, то есть с ним и хорошо, но главное не залипнуть в этом хорошо, понимаете? Главное двигаться дальше. Продолжать по семерке кубков, продолжать, знаете, вот как-то делать выбор, уметь делать правильный выбор. Определяться как-то со своими желаниями. Выпадает отшельник. Отшельник – это тот, который умеет сделать правильный выбор. Даже вопрос не в правильности, а в том, что он начинает что-то осознавать, что-то понимать, размышлять. Да? Он ищет и какой-то свой опыт, и на основе своего опыта двигается как-то по жизни. Да? Это человек, который размышляет, и человек, который ищет ответы на свои вопросы. Знаете, вот в какой-то момент здесь как раз-таки вот двоякое состояние, какую роль. С одной стороны, опять-таки скажу, что дает стабильность, комфорт, постоянство и некую уверенность, а с другой стороны забирает эту уверенность. Для чего? Для того, чтобы человек либо даже не забирает, а, скажем по-другому, мотивирует человека на то, чтобы он двигался и по жизни становился мудрее, через обучение того, какой выбор сделать, как правильно, то есть не останавливаться на достигнутом, а постоянно двигаться, постоянно желать получать что-то новое. Так, что несет доверие, пользу или вред? Четверка, да, император. Опять говорит о каких-то рамках, да, что несет доверие, пользу или вред. Вот смотрите, опять-таки, есть какие-то вот границы, да. Пользу мы можем сказать, если это польза, да, когда человеку доверяешь, это что-то связанное с границами. Это и вред, и польза одновременно, да, то есть когда ты доверяешь миру, когда ты доверяешь человеку, ты как будто бы расширяешь свои границы, да, ты допускаешь, чтобы в твоей жизни случилось что-то новое, большее, да, ты впускаешь в свой мир, который ограничен, да, какими-то твоими рамками, что-то новое. Но с другой стороны, вред как раз-таки в том, что где-то, когда ты чрезмерно доверяешь, эти границы, они могут быть нарушены. То есть вот здесь опять-таки баланс надо, понимаете? Вот то, что мы говорим, то доверие – это вот некий такой баланс, да, когда мы чрезмерно доверяем даже не миру, а в данном случае людям, да, то они как-то вот пересекают наши границы, начинают пользоваться нами. Поэтому здесь и доверие, да, то есть вот есть вот эти вот границы. Мне спокойно, мне безопасно, и я могу расширять. То есть здесь, знаете как, я расширяю границы тогда, когда мне безопасно,
Но когда я вижу, что что-то происходит, надо уметь вовремя эти границы выстраивать, не отказываться. Поэтому сказать однозначно, что пользу или вред, нет. Скорее всего, в таких раскладах, как данный, да, философский, мы всегда будем видеть двойственность, да, что нет однозначного ответа, что вот это вот 100% хорошо, либо 100% плохо. Все будет зависеть от ситуации, потому что вот как у нас здесь колесо фортуны выходило, да, по поводу того, что же такое доверие. Это вот ситуация, это конкретное отношение и взаимодействие. Это как танец. Танец с миром, танец с другим человеком, танец с ситуацией. Здесь нужно быть, знаете, как-то вот именно как танго, да, когда ты можешь довериться своему партнеру, чтобы он тебя вел, и при этом ты не можешь полностью обвякнуть, да, обвиснуть или повиснуть на другом человеке, да, обмякнуть, повиснуть на другом человеке, чтобы он себя тащил, да, вот полное доверие, да, то есть делай со мной что хочешь. Нет, здесь вот как раз-таки вот эти вот границы, они должны присутствовать, поэтому несет ли пользу или вред, 100% здесь сказать нельзя, но это связано с границами. Какие страхи, опасения мешают людям доверять? Интересный вопрос. Что нам мешает доверять? Какие страхи, опасения, что мешает доверять людям? Здесь выпал рыцарь жезлов. Вот на самом деле рыцарь жезлов — это такой позитивный аркан, это храбрость, это щедрость, это позитив. Скорее всего, отсутствие какого-то позитива. Здесь, знаете, может быть вот это вот ощущение, что будет какой-то подвох, да? Страх того, что как раз-таки вот отсутствие этого позитива, недоверие, да? То есть вот храбрость — это как раз-таки противоположность страху. Отсутствие этой храбрости, какой-то вот уверенности, огненности, вот чего-то такого хорошего. Давайте еще уточню, что мешает. Ну, дьявол. Дьявол мешает доверять. Я же говорю, какие-то вот искушения есть. Что мешает доверию? Обманы, иллюзии. Знаете, хочется сказать, сама жизнь сама по себе пугает, ну, люди боятся. Вот именно сама жизнь такая, какая она есть. А почему? Что в этой жизни такого страшного? Прошлый опыт, шестерка кубков, да, у каждого человека есть свой какой-то вот прошлый опыт, когда, возможно, он доверился и обжегся. И вот это, вот какое-то прошлое, да, у каждого оно будет свое. Оно какое-то, возможно, знаете, причем так интересно, какой-то один момент, он может перекрыть полностью все доверие. Понимание того, что, знаете, вот как будто бы чистым быть нельзя. Что мир, он какой-то вот грязный, да, он, в нем нету как будто бы какой-то вот духовности, что материя — это что-то такое низменное. И поэтому какие-то вот возвышенные такие понятия, как чистота, в нем не должно присутствовать. Ну, потому что это вот какая-то несостыковка, что такого быть не может. Здесь прошлый опыт, здесь про чистоту, здесь какие-то воспоминания. И вот, знаете, как будто бы дьявол, тот, который управляет нашей материей, и шестерка кубков, говоря о невинности, о чистоте, здесь вот как будто бы, ну, ты не можешь быть таким невинным, открытым, чистым, доверчивым и при этом, ну, существовать в этом мире. Здесь вот какая-то такая установка у людей, что обязательно тебя обманут, если ты чистый, если ты наивный. Опять-таки понимаем, да, что это крайность какая-то, да, это свет и сразу тьма. Но есть же какие-то полутона.
И поэтому страхи в том, что тебя обманут, в том, что мир не будет как-то вот, ну, как это не соотносится нашим ожиданиям, что есть вот какие-то наши проекции, которые мы опять-таки видим ум, да, как проявляется наш ум. То есть вот ощущение того, что наше убеждение, наш ум, он нам мешает. Когда мы перекладываем по дьяволу, да, переносим на другого человека, он не соответствует, мир не соответствует. Почему? Потому что у нас есть какие-то вот наши убеждения, представления об этом мире, именно наши, и они не сходятся с какой-то вот реальностью, и отсюда у нас происходит некое такое разочарование. А если есть разочарование, то я не буду этому доверять. То есть вот здесь какие-то такие моменты. Какие возможности смогут извлечь люди, если довериться вот вообще? Ну, вот, если мы все будем жить в доверии. В доверии миру, в доверии друг другу. Аркан мира. Ну, как мир будет, да? Какие возможности смогу извлечь? Причем, смотрите, какие возможности. Это будет новый уровень. Он очень пересекается с арканом шута, что у нас выпадало в начале. Ну, с одной стороны, мир — это завершение, шут — это начало, да, то есть одно порождает другое. Опять-таки мы видим, да, противоположности, они соединяются. А с другой стороны, это будет абсолютно иной уровень. Аркан мира, он как раз-таки говорит о полном доверии миру, о взаимодействии с миром, о единении. Это вот мир в душе, да, расширение сознания, да, почему расширение сознания, потому что это вот абсолютно другой, это непознанный для нас уровень, как это жить в полном доверии, жить, причем в данном случае под миром, в 21-м аркане, да, слияние с миром, с природой, с Творцом, это когда Творец живет внутри тебя. А мы сказали, что доверие, да, по тузу кубков, это некое такое снисхождение, да, по сути, это некое озарение, ну, может быть, какие-то вспышки, да, просветления. И вот аркан мира, он как раз-таки говорит о том, что здесь сам Бог начинает жить внутри нас. Какие возможности? Это абсолютно безграничные, да? То есть само по себе доверие, мы говорили по императору, это выстраивание этих границ. Аркан мира, он говорит о том, что этих границ не будет. Эти границы, они будут полностью стерты. Почему? Потому что каждый человек будет доверять друг другу. А если мы будем жить в доверии, в полном доверии друг друга, это будет абсолютно иной уровень. И доверие здесь, если мы вкупе с арканом шута, скажем, аркан шута – это расширение нашего сознания. То есть это вот постоянное, это не выход из зоны комфорта, а это наоборот, мы свое сознание расширяем. Да? Это не то, что мы делаем то, что нам непривычно, а мы расширяем как раз-таки то, что я говорила по императору, да, когда наши границы становятся все больше, 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 и в конечном итоге мы расширяемся в своем сознании настолько, что мы впускаем как будто бы всех людей внутрь себя, а они такие же. И у нас получается вот такая вот, знаете, многослойная, многоуровневая такая конструкция, где один находится внутри другого. Это есть аркан мира, когда мы понимаем, что все есть внутри нас, другие люди есть внутри нас, другие вселенные, галактики. И мы вот такие вот масштабных размеров, и мы в свою оболочку, в свой кокон пускаем все больше и больше, и тем самым мы расширяемся. Это абсолютно другой уровень сознания, который сейчас очень сложно вам объяснить, потому что нам кажется невероятно, как так можно доверять людям, да, у нас сразу появляются негативные мысли, наши негативные установки, потому что идет противоречие, то есть такого быть не может. И наши внутренние установки сразу говорят, да, я буду доверять, а меня там обманут. Но вопрос звучал о том, что когда все люди будут, да, не только когда я, вы, а абсолютно все на этой планете будут доверять друг другу, да, то есть что это будет.
какие возможности, да, смогут извлечь люди, если будут доверяться. У них уровень сознания изменится. Каким образом? Давайте посмотрим. Девятка пентаклей. Люди станут, во-первых, они станут находиться в большем достатке, да. То есть здесь идет материальный какой-то достаток, да. Здесь благость. Ну, представляете, когда мы не ждем какого-то подвоха от другого человека, когда человек другой говорит открыто о своих каких-то намерениях. Здесь вот какая-то, знаете, доброта появляется, да, какая-то вот душевность, какая-то вот, понимаете, это мир какой-то действительно утопичный, нам кажется, с нашими понятиями, глядя на ту реальность, в которой мы живем, да, и то есть, ну, у нас в голове это не укладывается, поэтому я говорю, это абсолютно иной уровень, который нам непонятен. Все будут жить в достатке, все будут по девятке пентаклей. Все будут удовлетворены как в контексте знаний, так и в контексте материи, аркан звезды. Да? Это то, что будет, знаете, нас как-то воодушевлять. Это вот то, что это будет другой, прям вот звезда, что-то такое далекое, что-то такое идеальное, что-то такое возвышенное. Поэтому я и сказала утопия, потому что, ну, по крайней мере, в ближайшие 100-200 тысяч лет, мне кажется, мы этого не получим. Но опять-таки, кто знает. Отсутствие доверия влияет ли на жизнь всего человечества? Вот то, что мы сказали, да. Влияет ли вообще на человечество? Да. А знаете что? Выпал аркан Солнца. А солнце, оно как согревает, так и обжигает. Здесь я вот прям считываю наш эгоизм. Недоверие, оно подкармливает наш эгоизм. Оно во многом нас ограничивает. Почему? Потому что солнце – это все-таки рождение чего-то нового. А в контексте вопроса отсутствия доверия влияет ли на жизнь всего человечества? Да. Причем в минус. Я не вижу, что когда человек не доверяет, что это вот прям так хорошо и мне радостно. Нет, здесь, скорее всего, идет вот именно негатив. Мы как будто бы себя в чем-то ограничиваем, в каких-то возможностях. Причем здесь какие-то такие позитивные. А солнце у нас тоже говорит о материальных благах. Здесь вот ощущение того, что мы себя лишаем какой-то благости. Причем это не обязательно деньги. А благость, она может быть ведь во всем, она может быть в состояниях, в эмоциях, она может быть в видении этого мира, да, умение получать, то есть какие-то вот возможности, шансы, да, чтобы ситуации складывались. Здесь вот достаточно многозадачные такие вот арканы, причем великие арканы, смотрите, великие арканы выпадают, аркан Иерофанта. Чего мы себя лишаем, да, отсутствие, да, как, ничего лишаем, а отсутствие доверия как влияет? Оно влияет на наше мировосприятие по отшельнику. Тьфу, по отшельнику, все перепутала, по Иерофанту. Кстати, аркан Иерофанта у нас и говорит за веру. Отсутствие доверия у нас абсолютно другое восприятие мира. Угу. Но опять-таки, смотрите, как интересно здесь получается, вот прям выпал аркан смерти, еще один великий аркан. Я уточнила, как меняется мировосприятие. Вот здесь вот аркан смерти, он пересекается с четверкой пентаклей. То, что я говорила о том, что как будто бы запускается, идет какое-то вот перерождение, да, это является некой такой мотивацией, что ли, на то, что как-то вот двигаться дальше, да, нету доверия, и это заставляет нас как-то поступать иначе, да, как-то вот стремиться. То есть смотрите, в чем вещь здесь. Когда есть полное доверие, это другой уровень сознания по аркану мира, то, что я сказала, да, который, ну, пока для нас это утопия, реально это утопия. А с другой стороны, отсутствие доверия,
Оно как раз-таки нас и мотивирует к тому, чтобы мы стремились к этому, да, потому что вот наше желание, когда нас в чем-то ограничивают, да, когда у нас чего-то нету, вот запретный плод, он всегда сладок, и мы хотим, мы к этому стремимся, да, это вот как морковка, которая нас мотивирует, и мы хотим ее получить. Для того, чтобы как-то вот удовлетворить, да, свое эго, подпитать. И вот аркан смерти, он как раз и говорит о том, что вот наше сознание, потому что это один из трансформационных, один из арканов инициации, один из двух арканов. У нас инициация идет по повешенному и по аркану смерти, согласно древу жизни. Так вот здесь вот аркан смерти, он как раз таки и говорит о том, что в нашем сознании должна произойти некая такая инициация, которая связана с чем? Когда по аркану смерти личность отмирает, личность — это наше эго. Это самые низкие наши тела. Эмоциональный, ментальный, да, и эфирный, а остается более высокие наши тела, то есть остается индивидуальность, то, что не умирает, то, что бесконечно. И вот здесь вот в нашем сознании как раз-таки должна произойти, то есть мы как будто бы стремимся к этому, да, нету доверия, ну, а отсутствие его, оно как будто бы нас мотивирует на то, чтобы мы изменили, чтобы мы поработали над своим каким-то эгоизмом, да, вот по солнцу, чтобы мы как-то вот иначе стали смотреть на жизнь, на вещи, на ситуации. Иначе это как? Двойка пентаклей, чтобы мы опять-таки на этом закончим, чтобы мы пришли к балансу, потому что двойка пентаклей — это бесконечная, здесь восьмерка, да, знак бесконечности, то, что, с чего в принципе и начали, да, с аркана императрицы, то, что я сказала, это две противоположные силы, для того, чтобы мы научились балансировать, да, для того, чтобы все было именно в гармонии, но гармония, то, что я хочу до вас донести, это не статичность. Это не то, что вот я достиг, и я в этом нахожусь. Нет, это путь. И вот в момент того, когда мы идем по этому пути, мы периодически отклоняемся в одну сторону и в другую. И суть заключается не в том, чтобы мы не отклонялись, а в том, чтобы это отклонение, оно было минимальным. И вот тогда это и можно называть балансом, потому что когда вот баланс... в полном балансе, да, когда это статично, а это противоположно самому понятию жизни, развития. То есть баланс — это не статичность, это не какая-то такая вот нулевая точка, да. Почему? Потому что в нашем мире мы живем в мире дуальности, мы так или иначе будем вот как по восьмерке пентаклей, мы будем на качелях вот этих раскатываться, нас будет качать то в одну сторону, то ли в другую. И задача наша не то, чтобы не качаться, а в том, чтобы амплитуда была не такая большая, чтобы у нас голова не кружилась, да? Чтобы мы как можно больше находились вот в балансе и минимальное, чтобы были какие-то отклонения. То есть если вы посмотрите, как змея движется, она движется зигзагообразно. И вот, и при этом есть движение, да, это вот как раз-таки двойка пентаклей, есть движение, да, то есть она зигзагообразная, она продвигается, она не идет вот так по прямой, да, потому что по прямой она не сможет двигаться, она будет статичная, она остановится, но при этом вот это вот движение, оно не такое сильное, ее кольца не такие, ее тело не движется прям в крайности, а оно вот прям в достаточной амплитуде продвигается вперед. Такой был сегодня расклад. Не знаю, мне очень нравятся такие расклады, в которых я не просто смотрю карты, а это действительно размышление. То есть то, что я сегодня увидела, это не есть константа, да, это не есть что-то такое вот постоянное. Вообще все понятия абстрактные.
которые рассматриваются в философии, они всегда рассматриваются с двух сторон, потому что мы живем в дуальном мире, да, и поэтому в нашем мире мы так или иначе будем рассматривать обе стороны медали, мы не можем рассмотреть только одну. Это не будет верно, потому что мы не живем в мире пока единства, да, то есть мы живем в мире, где мы должны познавать противоположность и уметь с противоположностями взаимодействовать. Вот в чем основная фишка. То есть это движение, это жизнь, это не постоянство. То, что у нас говорилось здесь и по колесу фортуны. И принятие – это как раз-таки тот момент, когда... здесь вопрос реагирования. То, как я реагирую на какую-то ситуацию. Если слишком эмоционально, то здесь, возможно, отсутствие... принятие. Принятие – это когда одинаково, да, я реагирую на что-то негативное и на что-то позитивное. Но это не значит, что я должен убрать из своей жизни негативное и остаться только в позитивном. Потому что это противоречит нашей природе. У нас природа дуальная. В нашем мире это невозможно, по крайней мере, в нашем обычном состоянии, да, там, где у нас присутствует мозг и то, как мы воспринимаем мир. В другом видоизмененном состоянии, безусловно, мы можем ощущать это единство, но в нашем обычном состоянии это пока не совсем возможно. По крайней мере, на том уровне эволюции, на котором мы находимся. Нам нужно иное состояние. Я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам всем отличных выходных. Всего самого наилучшего. Я благодарю вас за ваши комментарии, за ваши просмотры. Жду вас с новым раскладом. Пока-пока.